Здравствуйте! Если у вас сегодня есть важные дела, делайте их утром, а днем не самое продуктивное время. А значит, лучше заниматься повседневными делами, решать несложные рабочие вопросы и наводить порядок, или работать с документами. Поэтому совет дня – почистить хвосты. Еще хорошо, если сегодня вы найдете время на спорт или хотя бы на прогулку по парку. Приятным также окажется общение с друзьями. Вы здорово проведете время вместе и получите заряд классной энергии. Всего хорошего вам и до встречи завтра!